Всем привет, меня зовут Зюба Дарья, и сегодня я делаю кошачий макияж глаз вместе с моим котиком. Второй котик мне будет помогать. И первый продукт, который я беру, это праймер Healthy Mix. Его я наношу на подвижное веко, как подложку под тени, чтобы мои тени были более стойкие и никуда не убегали. Наношу я его пальчиками, постукивающими движениями, очень тонким слоем. Даю праймеру немного времени, чтобы он впитался и никоим образом не повредил мой макияж. Я беру два оттенка, золотистый и более коричневый, набираю их вместе на одну кисть и наношу на все подвижное веко. Наносить можно любой кистью, можно наносить также аппликатором, который есть. Мне удобнее делать это кистью. И остаточно эти тени, той же кистью, я не набираю ничего больше, я чуть-чуть разгоняю выше, уже самым-самым остатком, чтобы мои тени уходили в ноль, на нет. Я беру самый темный оттенок из палетки Le Nude и беру аппликатор. Очень удобно тонкой стороной рисовать жирные растушеванные стрелки, чем я сейчас и займусь. Намечаю линию, где будет пролегать моя стрелочка. Делаю я это не уверенным жестким движением, а слегка постукивающим и мягким. В таком положении легче всего понять, насколько ровные и неровные будут ваши стрелки. И уже дорисовываю более толстую, более активную стрелочку, не боясь того, что где-то что-то может быть неровно, потому что это же тени, и мы сейчас пойдем дальше. Теперь я беру лайнер Eye Catching и дублирую лайнером непосредственно свою стрелку. Как я это делаю? Трафаретной стороной я намечаю свою стрелочку. И более острым хвостиком, который есть в этом лайнере, я уже прорисовываю саму стрелку. Но рисую я стрелку чуть ниже, чем линия моих теней, чем линия той самой базовой, первичной стрелки. Для того, чтобы прорисовать самое-самое межресничное пространство, я беру лайнер, как мне удобно, ну, как вам будет удобно, и кладу его прямо на самые ресницы. Такой прием хорошо работает, если вам нужна очень тонкая линия по линии ресниц, но вы не уверены в своих способностях. И я утолщаю тело стрелочки где-то до середины глаза, где-то до зрачка. То есть до зрачка по внутреннему уголку у меня тонкая стрелка, от зрачка и к хвостику это уже такой жирочек, прям как мои котики. С внутренним уголком я поступаю более агрессивно, подсовываю свой лайнер на внутреннюю слизистую и ставлю аккуратный отпечаток. И то же самое я делаю со вторым глазиком, прорисовываю стрелку. Теперь я снова беру аппликатор и самый темный оттенок, немного ее тенями растушевать. И чистой второй стороной аппликатора я чуть-чуть разгоняю и растушевываю. Нижнее веко я также прорабатываю этим лайнером. Беру аппликатор с остатками теней и немного разгоняю. Тем самым у меня получается четкая, но в то же время тушеванная линия. И последний шаг. Я беру тушь Eye Catching и прокрашиваю свои ресницы, не равномерно распределяя тушь, а вытягивая их краям, для того, чтобы добиться того самого кошачьего разреза глаз. А за сим мы с вами прощаемся. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! Вот теперь пока!